Соблюдению масочного режима и проведению санобработки на Белгородском железнодорожном вокзале уделяют особое внимание. В кассовом зале санитайзеры, на полу специальная разметка, на каждой двери памятка о ношении маски, обслуживающий персонал и кассиры в защитных масках и перчатках. Территория вокзального комплекса на регулярной основе проходит процедуру дезинфекции, мытья и уборки всех контактных поверхностей с учетом колебаний пассажиропотока. То есть в часы пик периодичность проведения влажной уборки, особенно входных групп, она, естественно, увеличивается. Без маски в здании поезда не пропускают, а для забывчивых приготовлены бесплатные индивидуальные средства защиты. Как минимум два раза в неделю проводятся рейдовые мероприятия по соблюдению мер безопасности. Роспотребнадзором по железнодорожному транспорту вместе с сотрудниками железнодорожной полиции регулярно проводятся рейды по соблюдению масочного режима среди пассажиров и людей, которые находятся в железнодорожном комплексе. Также проводятся рейды в пригородных залах и на других объектах железнодорожного транспорта. Ежедневно санобработку проходят и 30 пригородных поездов, электричек и рельсовых автобусов. И в одном из них в пути следования обязательно проходит рейд оперативных служб. Граждане реагируют по-разному. В основном все подходят к данному вопросу осознанно. Если граждане не исполняют постановление губернатора и отказываются надевать маску, то данным гражданам не оказываются услуги. Билеты нарушителям не продаются, зато выписываются административные штрафы. Всего с введения ограничительных мер в апреле зафиксировано без малого 950 нарушений. В октябре были зафиксированы два таких случая. Элла Машир, Дмитрий Арема, Белгород Медиа.